И вот очередной вопрос от подписчика моего канала в Телеграм. Да попробуйте, конечно, почему же не попробовать? 24 года это все-таки не 50, когда у человека уже устоялся какой-то режим дня, и он его не будет менять ради того, чтобы встретиться с какой-то бабой. В 24 года мужчина легкий на подъем, да и ему еще просто все интересно. Так что на вашем месте я бы попробовал. Хотя бы просто для развлечения. Может быть, трахните, а может быть, не трахните. Ну а на что бы вы потратили время, которое вы потратите на то, чтобы встретиться с этой бабой? Я не думаю, что это как-то сильно вас выбьет из вашего привычного режима дня, потому что никакого режима дня у вас пока еще нет. Молодость – это как раз то самое время, когда можно совершать необдуманные поступки. Ну и совершайте, если этого вам хочется. Все обдумывайте, анализируйте, будете уже потом, когда станете таким же старым пердуном, как я. Потому что вам просто больше нечем будет заняться.